Привет, с вами снова Владимир. Снимаю свой город и творчество своих земляков. Есть у нас такой магазин канцелярский, называется «Веселый карандаш». Они торгуют различной канцелярской продукцией. Вроде ничем не примечательный магазин, но почитайте, какая философская надпись при входе в магазин размещена. Люди как карандаши, каждый рисует свою жизнь сам. Просто кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и рисует дальше. Вот такие философы, торговцы канцелярия, проживают в городе Таганрог.